Друзья, всем привет! Давайте проверим связь. Соответственно, как меня видно? Слышно. Поставьте плюсик и в чат, если слышно, видно. Отлично. Вижу то, что вы меня видите. Слышите. Все, спасибо большое. Друзья, всем привет! Я рад вас поздравить сегодня с началом предстарта нового тарифного плана, который называется «Прогрессив». Представлюсь, меня зовут Константин Попов, я активный партнер компании «Неработа». Это бизнес-игра, в которой мы можем с вами, соответственно, обучаться, мы можем с вами зарабатывать деньги по партнерской программе. И сегодня у нас состоялся предстарт нового тарифного плана, новой партнерской программы. Она дополнит ту партнерскую программу, которая уже имеется. Называется она Progressive. Сегодня о ней мы как раз-таки и поговорим. Соответственно, сейчас еще пару минут подождем ребят, которые подтянутся. Да? То есть у нас, соответственно, время начала 17.00, но многие приходят уже после начала вебинара через несколько минут. Давайте сейчас посмотрим в чате, напишите, с какого вы города, посмотрим географию нашего проекта. Сейчас уже 300 человек есть на вебинаре, соответственно, познакомимся, узнаем, с каких мы городов, и будем начинать, да, когда все подтянутся. Итак, Калининград, Новосибирск, видите, какой уже разлет по географии. Великий Новгород, Мурманск, Пенза, Барнаул, Архангельск, Молдавия, Казахстан. Отлично, всем большой привет всем городам, всем участникам, всем партнерам. Вот Неаполь, отлично. Неаполь, да? Неаполь – это там, где Наполе. Соответственно, отлично. Волгоград, Кемерово, Советский, Казахстан, Пенза, Зоринск. Вот смотрите, какая у нас обширная география, сколько людей со всего мира, так скажем, да, сейчас даже есть человек, который написал, что он с Эмиратов, Абу-Даби. Отлично. Даже там люди с нами работают. Есть наши партнеры, это замечательно. Украина, Беларусь, Кыргызстан. Отлично, отлично, просто. Итак, друзья, давайте начинать. Сегодня у нас будет с вами презентация того самого тарифного плана прогрессив, который мы ждали уже 4 дня с прошлого вебинара. Сегодня все открылось, можно уже активироваться, можно активировать первые 5 уровней, зайти можно на первые 4 уровня тремя аккаунтами и на четвертый уровень можно зайти четырьмя аккаунтами поскольку там трехместная матрица и соответственно в нее можно зайти четырьмя аккаунтами итак друзья все вопросы которые у вас будут возникать по ходу вебинара либо они у вас есть можете задавать в чате вам модераторы ответят если хотите услышать ответы на вопросы лично от меня то я в конце вебинара обязательно всем отвечу на все вопросы будет у нас такой так сказать тайминг на ответы на вопросы. Итак, друзья, давайте начинать. Итак, сейчас я вам покажу слайд с преимуществами данного маркетинг-плана, да, данной партнерской программы, которая у нас сегодня на стадии предстарта, и две недели будет идти предстарт. То есть все активации, все расстановки, все клоны и, соответственно, все движение, выплаты, начисления произойдут 10 декабря. То есть сейчас у нас есть с вами две недели, чтобы построить свою структуру, если у вас ее еще нет, если у вас есть имеющиеся структуры, рассказать о такой возможности, которая открылась в нашей компании, и, соответственно, начать плодотворную работу, также зарабатывать деньги, то есть чтобы их выводить, например, да, вы хотите зарабатывать прямо сейчас, у нас остается маркетинг-план Basic, который будет продвигаться за счет нового маркетинг-плана, то есть там вы зарабатываете деньги, выводите их на свои платежные системы и можете, в принципе, использовать их по своему усмотрению. А сегодня поговорим о преимуществах данного маркетинг-плана Progressive. Во-первых, доступная сумма входа. Сумма входа у нас начинается всего-навсего со 100 рублей. То есть эта сумма небольшая, доступная каждому. Сейчас сложная экономическая ситуация, и понятно, что многие люди хотят работать да, в сетевом маркетинге, в таких компаниях, как наша. И, соответственно, мы обеспечили доступный вход для всех и каждого, кто хочет попробовать свои силы. И также, естественно, сделали так, чтобы люди могли приобрести 5 уровней с самого предстарта для того, чтобы, если у кого-то есть потенциал, а я думаю, потенциал есть у многих людей зарабатывать хорошие деньги, можно активировать все 5 уровней и уже, соответственно, к уровням с хорошими выплатами у вас будет гораздо меньший путь, то есть гораздо меньшую сеть нужно будет построить. В принципе, это довольно-таки несложно, поскольку сумма входа, опять же, минимальная. И есть еще ряд преимуществ, которые позволят вам э, зарабатывать быстрее и больше да, в данном маркетинг-плане. Во-первых, заработок в нашей компании более 5 миллионов рублей можно получить, если зайти на треугольник. А если зайти на четырехугольник, то есть у нас, так сказать, да, на четырехугольник, поскольку у нас пятая, пятый уровень, он трехместный, там можно купить сейчас 4 аккаунта. И пройдя четырьмя аккаунтами, вы получите там порядка 7 миллионов рублей. Опять же, это сложно, это, для этого нужно работать, для этого, конечно, сидеть сложа руки, я думаю, не стоит. То есть это инструмент, которым вы э, можете воспользоваться. Но помимо того, что там на 15 уровне миллионные заработки, по ходу вашего движения вы также будете получать промежуточные выплаты. И об этом вы узнаете дальше на вебинаре. Я буду показывать полностью каждую площад все площадки, все уровни и вы соответственно увидите какие суммы там можно получить то есть в принципе мы идем по пути к миллионным заработкам и параллельно получаем выплаты начисления и соответственно зарабатываем да то есть не просто что мы делаем какую-то работу и в конце только получаем может быть что-то да а мы по ходу своей работы получаем за нее деньги да то есть в принципе это замечательно далее одно из самых главных преимуществ нашего маркетинг плана это непрерывное движение за счет еженедельных активаций. Об этом, я думаю, будет много вопросов. Я отвечу в конце, но сейчас в общих чертах я вам расскажу о том, что это означает. То есть с 10 декабря начнется генерация всех людей, кто активировали уровни от 1 до 5. Соответственно, и расстановка, все, генерация начнется. И после этого начнется отсчет у каждого в личном кабинете. То есть раз в неделю каждый партнер нашей структуры должен будет оплачивать одного клона. Не просто кому-то 100 рублей в воздух, как я сегодня замечал вопросы, а покупать клона в свой первый уровень. Таким образом, когда несколько тысяч людей, а сейчас, да, за пару часов предстарта, я вам скажу цифры, более 7 тысяч участников, не участников, а 7 тысяч бизнес-мест оплачено только в первом уровне. То есть это, ну, это колоссальные цифры. За два часа у нас еще впереди две недели предстарта. Как я и говорил, на прошлом вебинаре будут десятки тысяч людей, которые зайдут и каждую неделю будут оплачивать по 100 рублей. Это небольшая сумма, но она будет организовывать постоянное движение ваших структур, да, то есть, смотрите, если там 10 тысяч человек, начиная сверху, каждый с вашего спонсора будет проплачивать еженедельно по 100 рублей, то представьте, какое будет движение. 10 тысяч человек, 10 тысяч клонов прокупили, и это переливы идут ниже стоящим. Те, кто их и не получили, например, на, после генерации на старте да, 10 декабря. И так будет происходить каждую неделю. Вот такая вот, в принципе, простая математика. Что касается количества мест, которые вы купили, от этого не зависит проплата вашего уровня. Просто еженедельно, раз в неделю, 100 рублей каждый партнер оплачивает. Далее, наш маркетинг состоит из коротких столов, то есть у нас нету в данном столе, соответственно, каких-то больших структур, которые нужно строить, всего-навсего двухместные матрицы, которых 12 получается, и три трехместных, причем 15-я трехместная, она, соответственно, с выплатами, то есть все три места там получаем выплаты, так же, как и на... пятом и десятом уровне мы также получаем выплаты с этого третьего места. Так что матрица короткая, движение будет быстрое. То есть, смотрите, первый уровень, два, два аккаунта, вы, например, треугольник купили, и у вас уже этот аккаунт идет в уровень номер два. Когда под вас становится еще там три человека, три, четыре человека треугольниками, у вас эти два аккаунта переходят во второй уровень и уже закрывают ваш аккаунт, который там уже был, да, который закрылся просто вашим треугольником. И вы переходите на третий уровень, то есть... Просто четыре человека зайдут к вам треугольниками, и вы уже перейдете на третий уровень, где, соответственно, уже первый чек будет 200 рублей. Дальше вы все это э, посмотрите и увидите, когда я буду рассказывать о маркетинге. Равномерное заполнение структуры, что обеспечивает заработок всем участникам проекта. То есть мы не можем выставлять клонов, мы не можем выста э, сами, вручную. То есть клоны будут по маркетингу, но выставлять мы их не можем. Они заполняют свободные места. То есть люди, которые остались без партнеров им, соответственно, постепенно, по мере того, как э, кто-то получает клонов, также вместе с еженедельными активациями клоны заполняют свободные места. То есть те люди, которые фактически э, стоят, э, ну, практически можно сказать в очереди, но это не живая очередь, они, соответственно, получат эти Аккаунты. То есть у кого-то проросла структура в первом уровне достаточно глубоко, ну, например, там слева ответвление какое-то есть, где нету людей, и туда идут эти клоны, они заполняют тех людей, которые, соответственно, не получили переливов на данный момент, да, и никого не пригласили. То есть это тоже отличная фишка, то есть никакого управления структурой никто не может распоряжаться, все должно заполняться равномерно. Итак, и... Шестое преимущество – это то, что тариф Basic, который вы сейчас можете видеть, в прошлый раз спрашивали, что за тариф Basic, это тот тариф, который у нас уже есть. И, соответственно, вы в этом тарифе также наводите движение за счет более 400 клонов. То есть 411 клонов генерируется с прохождения одного аккаунта тарифа Progressive. То есть если ваш аккаунт проходит тарифный план Progressive полностью, то вы получаете 401 склонов, а там их можете уже вручную расставлять, то есть помогать тем партнерам, которые до, соответственно, старта прогрессива у вас уже есть и будут, соответственно, потому что этот маркетинг также работает и также вы с него можете получать выплаты. Итак, давайте теперь перейдем к бонусам, которые у нас организованы до во время предстарта, точнее будут следующие. Бонусные предложения для наших партнеров. Во-первых, конкурс для лидеров с призовым фондом 210 тысяч рублей. В этом конкурсе будут участвовать люди, которые будут приглашать личных партнеров, да, и они будут активировать, соответственно, с первого по пятый уровень. Каждое купленное бизнес-место будет засчитываться как один балл, и лидеры по количеству активаций в первой линии получат следующие денежные призы. За первое место 100 тысяч рублей, за второе место 50 тысяч рублей, за третье место 30 тысяч рублей, за четвертое 20 и за пятое 10 тысяч рублей, соответственно. Также есть отличная информация для всех лидеров, соответственно, то, что я, как модератор проекта, да, и Павел Козлов, мы проводим вебинары, мы постоянно на виду, у нас есть некоторые, да, преимущества в плане того, плюс мы участвуем с самого старта. Uh, у нас есть преимущество uh, в этом плане, поэтому мы будем вне конкурса вместе с Павлом. То есть uh, мы также будем отображаться в этом конкурсе, но, соответственно, мы будем вне конкурса и призовые будут получать те партнеры. Соответственно, например, если Павел займет там первое место, а я третье место то первое место получит тот, кто находится на втором месте, а третье место получит тот, кто на четвертом месте. А, шесто... соответственно, шестое и седьмое место получат призы за четвертое и за пятое. То есть мы находимся вдвоем с ним вне этого конкурса. Поэтому это открывает еще больше возможностей для лидеров заработать вот такие чеки 150, 30, 20, 10 тысяч рублей. Плюс... Что касается конкурсов, у нас на данный момент прямо сейчас можете зайти в официальную группу ВКонтакте проекта, и там проводится конкурс с призовыми 87 тысяч рублей. То есть 8700 стоит активация на все 5 уровней. И сейчас вы можете сделать репост, закрепить его, поставить свою партнерскую ссылку, и, соответственно, у вас появится возможность 10 декабря получить... 8700 рублей на активацию всех маркетинг-планов без вложений. А если вы эти маркетинг-планы уже активировали, то есть у вас активированы все места, либо часть мест, то ту сумму, которая будет свыше того, что пойдет на активацию, вы получите в виде денежного приза. То есть 87 тысяч рублей дополнительно, считайте, уже практически 300 тысяч рублей идет на конкурсы и подарки для наших Партнеров, и это еще не все. На этом мы не заканчиваем. И у нас будет баунти-программа во время предстарта, которая, соответственно, я не знаю точную сумму, которую будет получать человек, но выполнив э, определенное задание то есть запись видеоролика с публикацией его в нескольких социальных сетях, э, с нормальным качеством видео, с нормальным э, соответственно звуковым сопровождением. Э, мы все критерии распишем обязательно на странице конкурса, человек будет получать определенную денежную сумму. Я не знаю, какую, там, 100, 200, 300 рублей, я точно не знаю, это вопрос будет решен, и когда уже, соответственно, конкурс, точнее, не конкурс, а баунти-программа вступит в свою, соответственно, силу, тогда мы все это увидим, все это узнаем, и каждый человек, кто будет активно продвигать компанию за счет видеороликов и публикации их в своих социальных сетях, будет получать за это вознаграждение на время предстарта я думаю, что, наверное, и после него. То есть там, соответственно, нужно будет записать личный ролик. В общем, все критерии вы узнаете, когда, соответственно, конкурс этот, не конкурс, а баунти программа будет активна. Итак, давайте приступим непосредственно к нашей математической части и к нашей бизнес-модели партнерской программы Progressive, которая начинается с двухместной матрицы, с, соответственно, вами наверху и двумя местами под вами то есть больше двух мест под каждым аккаунтом не может быть. Немножко отвлекусь, 500 человек, у нас sold out, соответственно, мест нет, на вебинар, наверное, многие не попадут, поэтому в записи своим партнерам предоставляйте. Итак, первый уровень. 100 рублей, соответственно, два места заполняются, и вы переходите на уровень номер два. Естественно, если вы заходите с золотым треугольником, то вы, соответственно, переходите автоматически на уровень номер два, поскольку первые два места вы сами себе прокупили. А дальше уже, соответственно, партнеры, переливы и так далее. О переливах мы еще поговорим и о возможностях, как строится структура. Мы поговорим в конце вебинара, я все это обязательно расскажу. Мы подготовили отличный слайд. Далее. Уровень номер два стоимостью 200 рублей. То есть это у нас накопительные матрицы. В уровне номер два накапливается с двух мест в первой линии по 200 рублей, и 400 рублей идет на уровень номер три, где мы уже получаем свою первую Выплату с первого же места 200 рублей идет на вывод. И 200 рублей идет на накопительный счет, плюс со второго места 400 рублей на накопительный счет. И опять же, накапливается 600 рублей, и дальше идем на четвертый уровень. Почему он называется тариф прогрессивный? Потому что у нас идет прогрессивный рост э, суммы э, стоимости площадки, да? То есть 100, 200, далее 400, и сейчас перейдем к, соответственно, четвертому, пятому и шестому уровню. Итак, четвертый уровень стоит 600 рублей. Он, соответственно, тоже является накопительным. Всего два места, опять же, да, уже четыре двухместных матрички. И только пятая, десятая, то есть те, которые кратно пяти, они, соответственно, у нас являются трехместными. На четвертом уровне вы получаете по 600 рублей, накапливается 1200, и они идут в уровень номер пять. В уровне номер пять, когда только первый партнер или ваш аккаунт переходит к вам в первую линию, вы сразу получаете целую сумму входа в этот тариф – 1200 рублей и по 1200 рублей накапливается, и идет переход на уровень номер 6 стоимостью 2400 рублей. Сейчас я немножко остановлюсь на пятом уровне. Смотрите, что касается покупки, да, то есть стоит вопрос перед многими людьми, как покупать уровни, и я сейчас на него отвечу, поскольку это многих интересует вопрос. Смотрите, если вы просто хотите что-то попробовать в этом маркетинге, да, просто зайти на 100 рублей, я вам рекомендую, сейчас есть две недели для того, чтобы определиться. Посмотрите компанию, изучите, какие мы хотим, что мы хотим создать. Мы действительно, это я рассказывал на предыдущих вебинарах, да, мы хотим создать информационную обучающую платформу с матричной партнерской программой. То есть мы хотим добавить туда, не хотим, а добавляем постепенно видеокурсы, также бонусы от партнеров, также будут добавлены инструменты в виде чат-ботов, будут обучения по другим направлениям работы в интернете. Сейчас такое время, что это необходимо людям. То есть многие хотят научиться зарабатывать в интернете. А в интернете самое главное – это научиться добывать трафик. Все, что связано с заработком в интернете, на 95% состоит из трафика. То есть трафик – это посетители в интернете, которые делают либо покупки да, в интернет-магазинах, либо на каких-то обучающих платформах, либо еще где-то. Да? То есть, соответственно, люди зарабатывают в интернете именно на этом. И этому мы вас будем стараться обучать и давать все инструменты для того, чтобы вы могли это делать. Поэтому я вам рекомендую определиться с выбором компании. И сейчас у вас есть хорошая возможность, вы находитесь в нужном месте и в нужное время для того, чтобы зайти именно на 5 уровней и поставить себе глобальную масштабную цель заработка как минимум на 13 площадке, там будет 115 тысяч выплат а как максимум достичь 15 уровня и заработать там больше миллиона 700 тысяч рублей. Я так считаю, это мое личное видение, поскольку я много поработал в интернете и знаю, что я говорю. То есть если вы сейчас правильно примете для себя решение, то есть я хочу сделать, да, эту цель, я хочу сделать миллион восемьсот, я хочу развиваться, обучаться в этой компании, следить за ее развитием, работать со своей партнерской структурой и заработать. Это все, что вам нужно сделать. После того, как вы примете правильное решение, вы, соответственно, я думаю, поймете, что лучше заходить на пять уровней сразу, поскольку от пятого уровня до пятнадцатого всего-навсего 10 коротких столов, а от первого уровня до пятнадцатого, к сожалению, 14, да, то есть от 5 там 9, от а соответственно, от одного уровня, от первого, у вас, соответственно, 14 шагов. Чем меньше шагов, чем меньше путь, соответственно, до 15 уровня, тем вам, я думаю, будет гораздо проще, и тем быстрее вы начнете получать результат. Плюс хочется сказать, что первый и четвертый, первый, второй, третий, четвертый уровни являются двигателями. То есть там идут, туда идут клоны, туда идут еженедельные активации. И там вы на третьем уровне получаете 200 рублей, и на пятом – 1200. То есть вы, соответственно, можете заработать потенциально в ближайшее время со 100 рублей или с треугольника на 100 рублей от 200 рублей до где-то 4800 рублей. Это все, на что можно рассчитывать в ближайшее время, если у вас небольшая структура. Поэтому, если вы хотите сразу начать получать заработок с 8 уровня, с 10 уровня, с 13, с 15, я вам настоятельно рекомендую активировать 5 уровней. Опять же, все, что нужно сделать для того, чтобы понять, нужно оно вам или нет, это, соответственно, поставить себе цель, сколько вы хотите заработать. Вы будете зарабатывать двигаясь к этому, соответственно, 15 уровню, вы будете зарабатывать на восьмом, на десятом, на тринадцатом. То есть вы без денег не останетесь, если будете активно участвовать. Но масштабную цель нужно ставить себе уровень номер 15. Это реально, это достижимо, это на практике, соответственно, 100% можно сделать. Я уверен, что многие ребята до Нового года соответственно, смогут сделать 13-15 уровень. Посмотрите, вот сейчас запомните мои слова, и, соответственно, посмотрим с вами, до Нового года. Я думаю, мы с вами будем встречаться часто, каждую неделю как минимум на вебинарах. И запомните сейчас мои слова. В общем, это небольшое такое лирическое отступление о том, сколько стоит покупать уровни. Если вы хотите что-то попробовать, то задумайтесь, для чего вам это нужно. Да? То есть для того, чтобы заработать 1400 рублей, ну или 5000 рублей, либо поучаствовать в масштабной компании, которая, соответственно, собирается развиваться и добавлять новые инструменты, новые фишки, либо вы, соответственно, хотите заработать довольно-таки хорошие деньги. Итак, шестой уровень у нас также является двухместным, то есть у нас опять начинается череда двухместных накопительных матриц небольшая, да, то есть 4 э, уровня с двухместными матрицами. Тут мы также накапливаем средства по 2400 рублей и переходим к седьмому, восьмому и девятому уровню. Итак, седьмой уровень мы здесь также накапливаем по 4800 и уже на восьмом уровне вы зарабатываете 4000 рублей на вывод. То есть уже неплохая сумма, там, начиная с, даже если по одному аккаунту купить на пяти уровнях, да, это получается сумма, там, насколько я помню, 2500, вы уже находитесь в хорошем плюсе, дойдя только до восьмого уровня, до которого два шага, то есть шестой и седьмой уровень, и вы уже находитесь на восьмом, правильно? Так что ставьте приоритеты правильно, еще раз говорю. И деньги – это в данном в данном, соответственно, маркетинге и в данной партнерской программе деньги – это лишь инструмент. Инструмент, с помощью которого вы будете достигать целей, да, и параллельно, естественно, зарабатывать деньги. То есть к этому нужно относиться проще. Я не думаю, что довольно-таки больших денег стоит возможность участия в данной платформе, да, то есть можно зайти разными способами, можно бюджетными, можно небюджетными, да, то есть там 8700, а для кого-то, в принципе, и 8700 небольшие, ну как небольшие, это в любом случае деньги, для любого человека, даже обеспеченного 8700 рублей, это хорошие деньги, на которые что-то можно приобрести. И вкладывая эти деньги, вы должны понимать, зачем вы это делаете, какие вы ставите перед собой цели и задачи. А все остальное мы поможем вам сделать с помощью обучающих вебинаров, с помощью инструментов, с помощью бизнес-курсов. Мы, соответственно, к этому и стремимся. Итак, опять отвлекся. На восьмом уровне вы получаете 4000 рублей на вывод, 500 рублей идет один клон в Basic 1, то есть маркетинг-план, который мы с вами уже развиваем более двух месяцев, и три клона идет в Progressive 1. То есть мы уже начинаем помогать Progressive двигаться за счет клонов. Не только за счет еженедельных активаций и личных приглашений, но и, соответственно, за счет клонов. Они также встают, как я и сказал, слева направо, сверху вниз, в первые свободные места тем людям, которые еще не получили партнеров. И, соответственно, 4800 идет на накопление, и еще 9600 со второго места, получаем 14400 и переходим на уровень номер 9, который является накопительной матричкой, которая нам позволит перейти в уровень номер 10, в котором мы опять же получаем выплату, и это довольно-таки Неплохая выплата. Сейчас мы перейдем к этим столам. Итак, уровень номер 10: 28 800 рублей, стоимость входа в него. И 15 000 рублей с первого же места вы получаете на вывод. 3000 рублей, 3800 рублей идет пригласитель. На прошлом вебинаре, соответственно, спрашивали про партнерскую программу. Есть запрос, соответственно, на то, чтобы какие-то партнерские начисления все-таки были. Поэтому мы решили их добавить, и 3800 идет пригласителю, чтобы, соответственно, вышестоящие имели мотивацию вас продвигать, приглашать, работать. То есть все, что, соответственно, мы хотели этим добиться, да, и хотим этим добиться, чтобы... Люди, которые работают, которые помогают строить структуру своим партнерам, это довольно-таки непростой труд на самом деле, работать и с людьми, и постоянно общаться, поэтому какая-то часть должна все-таки быть в партнерских вознаграждений. Мы это учли, и 3800 рублей с первого места идет вашему пригласителю, или если вы пригласили партнера, и он дошел до 10 уровня, вы получаете 3800 рублей. На 5000 рублей покупается 10 клонов Basic 1, точнее, они идут в банк клонов, в котором, соответственно, вы их можете распределить, закрыть там ребят, которые у вас есть в тарифном плане Basic, и 50 клонов, 5000 рублей, идет в прогрессив 1. То есть уже значительное количество клонов с 10 короткого уровня идет в прогрессив 1. Давайте с вами просто сейчас посчитаем, что такое 50 клонов, да, образно, чтобы визуализировать, чтобы понять, да, как все это работает. В первый уровень поступает 50 клонов. Они закрывают 25 человек, которые переходят на уровень номер 3, потому что там двухместная матрица. Далее, во втором уровне 25 человек закрывают 12 человек, которые переходят на уровень номер 3. Далее, 12 человек на уровень номер 3 закрывают 6 человек, которые, соответственно, переходят на уровень номер 4. Смотрите, 3 человека переходят на уровень номер 5, и они закрывают один аккаунт. Ну, то есть мы возьмем как бы обособленную систему, они закрывают один аккаунт в уровне номер 5, который переходит на уровень номер 6. Вот смотрите, человек дошел до десятого уровня, и он продвинул сколько аккаунтов на второй уровень, на третий, на четвертый, на пятый, и в конце концов даже одного человека, просто эти 50 клонов, вывели на шестой уровень. А теперь представьте, что будет, опять же, вернемся к началу ролика, если 10 тысяч человек покупают каждую неделю. Это я образно говорю, может быть, будет не 10, может, будет 20, 30, 40, 50 тысяч человек. Я не знаю, сейчас уже там, наверное, больше 8 тысяч активаций только в первом уровне. Поэтому я не могу делать такие прогнозы. Я просто беру обособленную цифру 10 тысяч человек. Да? Я не буду считать, вы можете понять принцип, который я вам показал. Да? То есть 10 тысяч человек на первом уровне они переведут на второй уровень 5000 человек, на третий уровень 2500, на четвертый 1250. И это произойдет просто за счет еженедельной активации 100 рублей каждым человеком, если таких людей будет 10 тысяч человек. Да? То есть смотрите, какое можно навести движение. Итак, мы получили выплату в 15 тысяч, получили всех клонов и партнерские вознаграждения ушли пригласителям активных партнеров. И, соответственно, мы переходим на одиннадцатый уровень, накапливая по два места, соответственно, в десятом уровне по 28 800, мы накапливаем 57 600 рублей переходим на уровень номер 11. Тут деньги также накапливаются и идут в уровень номер 12. И уже на 13 уровне мы получаем супер топовую выплату, я считаю, которую я вам сейчас продемонстрирую. Так. Переходим в уровень номер 13, и сразу же с первого места, когда человек под вас становится в 13 уровень, вы получаете 115 200 рублей. Начиная да, с

и вы переходите в уровень номер 14, где люди, перейдя под вас, соответственно, под 345 600, это стоимость входа в уровень номер 14, делают крайнее накопление в этом маркетинге. Я не говорю, что можно дойти до этого маркетинга там, за один день буквально, за два, за три, за неделю, но в целом, опять же, я вам принцип объясню, за счет чего будет происходить постоянное движение, и дойти до 15 уровня представляется вполне себе реальным и 691 200 рублей идет на покупку 15 уровня. И как только у человека в 15 уровне за 691 200 рублей становится первый человек, он получает 300 тысяч рублей на вывод. Уже, согласитесь, очень неплохая сумма, и 91 200 рублей идет пригласителю. То есть те люди, которые активно будут приглашать, которые будут активно двигать своих партнеров, которые будут постоянно мотивировать людей активироваться, в первом уровне, соответственно, будут получать вот такое вознаграждение 91 200 рублей с каждого личного приглашенного, который получил первого человека в 15 уровне. Далее, 200 тысяч рублей распределяется на 400 клонов в Basic 1. 400 клонов за 500 рублей. Таким образом, в Basic 1 наводится ну, довольно-таки классное движение. То есть там 400 клонами можно очень многих людей вывести на выплаты. Плюс, если это ваш приглашенный, опять же, в первом тарифе с каждой активации идут реферальные 25%, то есть 50 тысяч из этой суммы получит пригласитель, да, за активацию 400 клонов Basic 1, плюс там будет большое продвижение по уровням, и там реферальными только получит человек, который пригласил или который, соответственно, расставляет этих клонов довольно-таки хорошую сумму. Плюс поможет очень многим продвинуться и в том тарифе. Итак, из 100 тысяч рублей идет на активацию тысячи клонов первый уровень, который опять же заполнит тех людей, которые еще не получили переливов клонов или никого не пригласили, новички, да, например, которым, которым, с которыми мы будем работать и после старта. То есть у нас проект никуда не девается, он долгосрочный, и можно здесь спокойно работать постоянно, да. Выбирайте сами объем, который вы хотите выполнить, и, соответственно, делайте, да, то есть можно час-два в день работать, так многие делают, я это точно знаю, кто-то работает целый день, кто-то не работает совсем, и результаты соответствующие у всех, да, то есть те, кто не работают совсем, они получают мало, либо совсем могут ничего не получить, те, кто работают понемногу, они постепенно двигаются, а те, кто работают много, они выходят на хорошие выплаты. Итак, с клонами еще хотелось бы отметить, да, опять же, 1000 клонов в первый уровень, это 500 во второй переходит, 250 в третий, 125 в четвертый, 64 в пятый, 30, нет, там меньше получится, 21 перейдет в шестой, 10 перейдет в седьмой, 5 перейдет в восьмой, сколько получается, 2 человека в девятый, и один человек перейдет в десятый уровень. То есть вот 1000 клонов продвинет вот такое количество людей, одного продвинет даже на десятый уровень, просто за счет вот этих клонов. И 691 200 рублей идет на вывод со второго места. Вы сразу же получаете почти 700 тысяч со второго места на выплату. И с третьего места также получаете 700 тысяч на выплату. Таким образом, вы получаете практически, не практически, ну да, практически 1 миллион 700 тысяч рублей с 15 уровня, цель, которую нужно поставить каждому, дойти до 15 уровня. Да, будет сложно, да, будет, соответственно, какие-то препятствия, нужно будет поработать, но вы за эту работу будете получать параллельно деньги с уровня номер 3, с уровня номер 5, с уровня номер 8, с уровня номер 10 и с уровня номер 13. То есть пока вы идете до 15 уровня, вы с 5 уровней получаете выплаты. Также получаете клонов, получаете партнерские. И это, я думаю, будет мотивировать вас работать дальше и идти к уровню номер 15. Давайте подведем небольшие итоги да, по тому, сколько можно заработать. На самом деле, немножко уже этот слайд не актуальный, поскольку можно купить на пятом уровне 4 аккаунта. Ну, будем говорить о стратегии золотого треугольника. Итак, сначала разберемся с одним аккаунтом. По прохождению одним аккаунтом 15 уровней вы получаете выплат на общую сумму 1 миллион 818 тысяч рублей. Вдумайтесь, одним аккаунтом со 100 рублей, конечно, можно же, но с пятого уровня, я повторяюсь, гораздо быстрее. 95 тысяч рублей идет пригласителю. То есть, если вы пригласите Активного партнера, который начнет приглашать и дойдет до 15 уровня, вы получите партнерскими 95 тысяч рублей. Либо, если вы активные партнеры продвигаете своих партнеров, соответственно, будет то же самое: да, 95 тысяч заработаете. Далее, что касается продвижения дополнительного, да, то есть инструменты, которые дополнительно продвигают нас в тарифах, это 411 клонов идет в Basic 1 где, соответственно, опять же, вы заработаете деньги с этих клонов. И 1053 клона идет в прогрессив 1. Опять же, 1053 клона, я думаю, кто понял суть, то 500 во второй, 250 в третий, 125 в четвертый, только за счет этих клонов. Опять же, я еще раз повторюсь, чтобы вы понимали, как, какое движение происходит, когда столы короткие. Итак, с прохождения полного цикла золотым треугольником вы получаете более 5 миллионов рублей, то есть 5 миллионов 454 тысячи рублей. <coughs> опять же, это когда вы проведете три аккаунта до 15 уровня. Но опять же, почему золотым треугольником заходить выгодно? Потому что когда вы производите одну и ту же работу, вы продвигаете три аккаунта сразу, а не один. То есть вы, например, купили в пятом уровне один аккаунт и приглашаете, да, постепенно вас партнеры заполняют, переводят на шестой уровень, на седьмой уровень, на восьмой, на девятый, на десятый. Но вы двигаетесь одним аккаунтом и получаете выплаты в 8 уровне с одного аккаунта, в 10 уровне с одного аккаунта, с 13 уровня по одному аккаунту. При этом, если вы двигаете свой треугольник, то вы, соответственно, получаете с каждого с каждого из этих аккаунтов выплаты на 8, 10, 13 и 15 уровне, когда до туда добираетесь. Пригласитель уйдет с треугольника, да, партнера, который доведет до 15 уровня и пройдет полный цикл, 285 тысяч рублей. 1233 клона идет в Basic 1, где, опять же, мы получаем с этих клонов большие хорошие выплаты. И 3159 клонов в Progressive 1. И я, может быть, вам надоел, но 3159 клонов в первом уровне – это 1680 примерно клонов. Во втором – 840 в третьем, 420 в четвертом, 200 Ай, я уже сбился. В общем, не суть важно, вы суть поняли, что клоны автоматически продвигают партнеров, бизнес-места, точнее, да, которые не закрыты, продвигают их на дальней площадке, что делает, в принципе, и еженедельные активации. То есть первый-четвертый уровень на время предстарта это двигатель, его можно представить как печку, да, какую-то, или двигатель внутреннего сгорания, который будет, соответственно, за счет того, что туда будет приходить денежные средства, да, накапливаться денежная масса, они будут проталкивать пятый уровень, который будет идти, соответственно, по всем этим местам. Они, конечно, сами тоже будут двигаться, но пятый уровень будет заключительным, и, соответственно, все, что будет идти с первого-четвертого уровня, будет продвигать людей с пятого уровня. То есть поэтому нужно максимально постараться хотя бы купить один аккаунт, а в идеале все четыре аккаунта на пятом уровне я опять же я говорю на практике что что и зачем это нужно да то есть не просто я вам объясняю вот почему нужно это сделать не потому что я хочу чтобы вы внесли 8700 рублей да? а потому что я хочу чтобы каждый из вас поставил себе правильную цель дойти до уровня хотя бы 13 а в идеале до 15 и дойти, чтобы до этой цели, вам гораздо проще будет сделать это с 5 уровня. Причем сумма входа, если даже на один аккаунт, довольно-таки небольшая. Плюс я забыл уточнить, что активиру... когда вы дойдете до прогрессив 3, то есть до третьего уровня, у вас также будет доступ ко всем бизнес-курсам, вебинарам, записи и так далее. Да? То есть Здесь тоже это реализовано, то есть не просто за 100 рублей активировались и получили то, что люди получают за 500 рублей в предыдущем тарифе BASIC, да, то есть у нас было так, что человек активируется и может к обучающим материалам, к инструментам получать доступ, то, соответственно, здесь вы должны дойти до третьего уровня, чтобы этот доступ получить. <как> Также, друзья, сейчас э, я вам визуализирую то, о чем я говорил в плане продвижения, да, смотрите. Итак, переливы, клоны, еженедельные активации. Сейчас я вам расскажу о том, как, соответственно, реализуется построение структур в каждом из уровней. Смотрите, мы предположим, что это уровень номер один, да, и как будет строиться ваша структура. Во-первых, она может строиться за счет переливов от наставника. Во-вторых, она может строиться за счет еженедельных активаций. В-третьих, за счет клонов от наставника и ваших клонов. Но здесь еще не учтен один момент, то что структура также строится от партнеров ваших партнеров. То есть вот эти два места или там четыре места, если вы зашли на треугольник, могут заполняться за счет пяти, а если вы находитесь, например, на втором уровне, то за счет шести методов построения структуры. То есть первый метод это партнеры от наставника, так называемые переливы, да. Второе, чтобы я поставил на второе место, это, соответственно, приглашенные ваших приглашенных, то есть, точнее, лично приглашенные. Здесь также лично приглашенные не учтены. Немножко слайд неправильно подготовили, поэтому я сейчас вам своими словами расскажу дополнительно, поскольку фактически пять методов построения структуры. Да, смотрите, я вам своими словами расскажу. Во-первых. Вы можете лично пригласить кого-то в первую линию. Во-вторых, вы можете получить пар партнеров от наставника вышестоящего этой переливы. Далее, в-третьих, за счет клонов, которые генерируются на дальних столах. Далее, клоны вашего наставника, они также могут закрывать. Это уже четвертый способ построения структуры. Пятый способ – это еженедельные активации и, о которых я говорил, да, и шестой способ построения структуры – это приглашенные ваших приглашенных. То есть тех людей, которые вы приглашаете, они также строят вам структуру и продвигаются, и дальше продвигают вас на следующих уровнях. То есть там уровень номер 2, 3, 4, 5, 6. И шестой способ активации, да, который можно добавить, если вы находитесь на уровне номер 2, люди, которые закрываются в уровне номер один, они переходят и закрывают вас в уровне номер 2. Поэтому я и говорю то, что находясь на пятом уровне, вы приобретаете преимущество. Люди закрываются в первом уровне, продвигают второй уровень. Второй уровень продвигает третий, третий продвигает четвертый, а с четвертого уже продвигаются те люди, которые на пятом уровне. То есть практически шесть методов, которыми строится ваша структура. Опять же, да, не нужно уповать на то, что вам повезет и вас, соответственно, вот так вот прям на, на гребне волны э, прокатит до 15 уровня. Конечно же, э, нужно использовать самые главные методы построения структур – это личные приглашения и э, приглашения ваших партнеров. Все, что нужно сделать – пригласить как минимум два человека, объяснить то, что нужно сделать, то же самое. Это как своеобразная, ну, любая сеть, да. Например, можно взять такой пример, как э, я недавно где-то видел, не помню, в какой-то социальной сети ролик видел, например, сеть Макдональдс, да, в которой вы, соответственно, помимо того, что можете покупать гамбургеры, картошку и, соответственно, сырный соус, вы еще можете и купить франшизу, да, то есть полностью скопировать действия сети, да, которые они предлагают сделать, вы покупаете, строите, соответственно, ресторан, делаете все, как вам говорят, соответственно, дублицируете действия, и, соответственно, таким образом разрастается сеть, которая сейчас расположена по всему миру. Таким образом и делаете вы. То есть, соответственно, когда вы приглашаете партнера и объясняете ему, как нужно сделать те или иные действия, или просто говорите, ходите на вебинары, ходите на, соответственно, обучающие бизнес-тренинги, изучайте информацию, действуйте. И, соответственно, вы таким образом, человек вас повторяет, и ваша сеть разрастается. То есть таким образом происходит основное движение да, в Матричных MLM проектах, да, много поэтому она и называется многоуровневая э, как, как переводится MLM, мульти-левел маркетинг. То есть это мультиуровневый маркетинг да. То есть, соответственно, чем больше у вас сеть растет в глубину, тем быстрее вы продвигаетесь. Но, конечно же, здесь сделаны дополнительные созданы дополнительные инструменты, с помощью которых э, также продвигаются партнеры и бизнес-места. Э, поэтому в принципе только. Э, не только надо рассчитывать на свои силы, но еще и дополнительно вам будет помощь от тех инструментов, которые есть. Итак, на этом презентацию маркетинга я закончу. Сейчас я посмотрю ваши вопросы в чате. То, что вам уже ответили модераторы, я думаю, я не буду пролистывать. Я сейчас в самый конец чата пролистну. Одну секундочку.